Каракат Абдин продолжает агитационную кампанию в Актюбинском регионе. Помимо встреч с населением, кандидат посетила и местный региональный штаб в свою поддержку. Региональный штаб в поддержку Каракат Абдин в Актюбинской области оснащен всем необходимым, от информационных материалов до технического оборудования. В этом кандидат убедилась сама в процессе агитационной кампании в регионе. Международные эксперты по проведению выборов тоже приезжают в штаб, чтобы задать свои вопросы и оценить нашу деятельность. Наши специалисты в регионах готовы к этому. Работа штабов соответствует требованиям закона о выборах. В штабе работают 4 человека. Всего по области при этом задействовано 135 волонтеров. Их снабдили всем необходимым для проведения агитационной кампании, сообщил Абдин. В целом предвыборный штаб работает по графику. Следующие встречи кандидата с населением ожидаются в южных и западных регионах страны.